Зяброўка был военный городок. В часы Советского Союза тут базировались полки стратегической авиации. В 95-м их вывели в Россию, але житё поселку не спынилось. До речи, назву улиц у Зяброўцы нема, только номеры домов. Дом номер 251, бодай самый новый, сдаденный в эксплуатацию на проконце 2011-го. А уже про 3 месяца от жыхароў почали поступать скарги на тое, что дах чаче. Нельга сказать, что люди никуда не звертались, але спочатку им нечто обещали, а потом увогуле сказали, что термин гарантийной эксплуатации дома завершился. Меры почали примать только после звороту на прямую линию у аблвыканкам. Шчыліны на шиферы заклеили специальной полимерной лентой, после чего подтопление кватэр сапраўды спынились. Непосредственно до будовников жильцы претензий не выказывают, але мают намер звернуться на прямую линию аблвыканкам знов, бо проблемы у доме все ровно захавались. У подвале от сырости заявились цвиль и нават почали расти грибы. Да и якость шифера на даху по-ранейшему выкликает сумнение. Жыхары упэўнены, с самого початку он не отповедал стандартам. Приехал строитель делать эту крышу нам, он сказал, что, говорит, я даже боюсь становиться на шифер, потому что он очень некачественный. Конечно, я боюсь вам об этом говорить, потому что я работаю, и вы понимаете, чем это может для меня закончиться. Но добивайтесь того, чтобы вам его поменяли, потому что он дальнейшей эксплуатации не подлежит. И мы сами это все прекрасно понимаем. Большинство пытаний, с якими жыхары Гомельской области сёлета звертались на прямую линию аблвыканкама, тычатся работы жилево-коммунальной господарки. Недзе поскардзіліся на ямки на дорогах, недзе на постоянное подтопление улиц. У вёсцы Красная Гомельского района при моцных дождях улица Молодежная пераўтваралася у сапраўднае озеро. Каб дайсці до школы, навучэнцы карысталіся гумавымі ботамі, а автомобілісты лічылі за лепшае праехаць некалькі лішніх кіламетраў, але машыну зберагчы. Былі выполнены работы Гомельским ПМС, выполненных считаю качественно, потому что после выпадания осадков лужа этой уже не стала. Улица стала сухая, люди теперь спокойно ходят, не боясь намочить ноги. Дарэчы, раней непотребная вода теперь приносит корысть. По новых коммуникациях уся яна трапляе у пожарное водосховище. Алексей Чаров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».